Друзья, еще не выходила с подвала. Открываю дверь, проветриваю. Но сейчас, видите, куртку сняла. В Олимпийке, без рукавки. Влажность большая. А открыть сильно холодно. Короче, тот угол разбираю. Здесь, видите, вот тумбочка. Вот так кровать стояла. Я кровать сюда передвинула. Бассейн он на печку закинула, пока в ту степь там более-менее подсохло. А здесь еще вода. Я вон в ведре немножко, видите, в синем ведре вода. Там пособираю, потому что этот шкаф в воде, тумбочка, этот стол в воде стоит. Ух. Эту кровать подключила к электричеству. Немножко там, это там, где ноги. Изголовье здесь, а ноги там. Приподняла. Хотела, по идее, эту кровать с таймяу так наискосок поставить. Ну, больше поставить некуда. В сарае там мыши, крысы. Здесь подвал более-менее бетонный же. Поэтому не знаю, друзья. Я отсюда все продукты убрала. Вот. В пакетах у меня сахар. Там подсолнечное масло. Туда вот, вот консервы убрала. Зеленого горошка, кукурузы много, оказывается, сгущенка, банка шампиньонов. Там вот пищевая сода. Здесь вот соль убрала. Не знаю, друзья, хочу вынести вот этот стол, потому что он... Вот сбоку видно ножки, видите? Нет, против света стоит. Вот, видите, намокло. Оно до весны рассыпется. Не знаю, смогу, не смогу. Хочу вынести стол на улицу. Там, где, помните, крыса сдохла? Я туда этот поддон убрала. Там стоит бочка. Бочку уберу. Там зерна нету, там пустая бочка. Я ее откачу, наверное, в сарай. А туда хочу поставить стол. И вот эту... Вот эту мебель, не знаю, как она называется... Остатки роскоши. Видите, вот этот декупаж делала салфетками. Вот этот декупаж этими салфетками. Входную дверь с той стороны. Ой, не знаю, други мои. Сейчас стул подставила. Хочу эту этажерку, или как она называется. Ее хочу туда перевернуть. Потом нужен же шланг этот вынести. Он уже растаял. Шланг вынести, подсоединить туда, в огород пустить воду. Мне Ирина писала, зачем зимой. Ну, я не знаю, чтобы вода не замерзала. Я каждый год шланг бросаю туда, в огород. И гуси там купаются. Тут тащички подкладывают, это нужно будет. И вода не замерзнет. И гуси купаются. Тяжелая. Ой. Сейчас написали, я думаю, подымила. Написали еще в подвале под ими. Это мысли хорошие, друзья. Я сейчас вот это, если разгребу, попробую вынести. А кровать так вот хотя бы стоимя наискосок поставить. Ну, подвал, друзья, ну, захламленный, хоть дышать легче будет. Стоять. Мяшка. Ой, а это я не знаю, я полностью его разгребла. Не знаю даже, как он тяжеленный. Мы с братом его сюда ставили. Шланги надо вынести. Но я боюсь, там вода. Сейчас на улицу вынесу, она сразу замерзнет. Хотя не так холодно. Сейчас попробую немножко стол подвигать. Подъемный, неподъемный. Здесь подкладывала картонки. Советский письменный стол. В офисах еще стояли такие столы. Кто помнит? Видите, еще такими рейками дермантин черный. Это из телевизора стоял. И этот рейками обитый. Телевизор, друзья, не знаю, вот этот ламповый телевизоры. Это я когда на пенсию с колонии выходила.
Не телевизор. Ну, модно же было ковры дарить, телевизор дарить. Вот мне подарили, маме подарили на пенсию, ходила ковер, который в спальне у меня под ногами, на полу. А этот телевизор мне дарили, когда я на пенсию выходила. Не знаю, его тоже на улицу вынесу. Потом, может, когда по весне мусор ребята приедут забирать, попрошу, чтобы забрали. Его купить никто не купит. А дома у меня один телевизор есть со спутником телевидения. Со спутниковой антенной. Хватит. В орбите у меня на стенках Тошиба. В спальне, в кухне маленький телевизор подвесной. И в зале один телевизор, ну большой, плазменный. А дети сейчас... Не то, что дети, я не смотрю этот телевизор. Надо фильм посмотреть без всякой рекламной паузы, без ничего. На Ютубе смотришь. Не знаю. Как телевизор, так и городской телефон. Ой, не знаю. Что-то я, по-моему, погорячилась. С этим столом. Долго я его не тащу. Сдвинуть-то сдвинула. Или сюда поставить, когда сын приедет. На улицу вынести, наверное, потому что я сама его не осилю. Про такие тяжелые вещи говорят, что тяжелый как гроб. Ножки уже рассыхаются. Сейчас посмотрю, там вода. Воду можно собрать, нет? Колеса, наверное, не буду убирать, там резине ничего не будет. Не поняла. А там, смотрите. Сейчас я вам покажу. Вон дырочка, видите? Это что за дырочка? Так, мне нужно пеноплит, что я на коленке встала. Посмотрела. Сейчас. Сейчас яичко возьму. Это что, отсюда мыши, что ли, залезли? Руки вам не видно, наверное, сейчас. Ой, вы видели, как я вас подперла. Чем я вас подперла? Ой. Это что ли? Сантиметров 6. Нет, это, наверное, мыши, когда здесь жили. Они, наверное, хотели на улицу уйти и попробовали здесь прорыть. Я думала, сквозная дырочка. Нет, не сквозная. Здесь воды нету. И, оказывается, вот за тумбочкой была вода. Я ее всю вымела. Нет, воды как таковой нету здесь. Мусор. Ухреначила вот эти вещи из дома. Но ничего, я их помою дома. Помою, протру. Надо, чтобы открыто было, чтобы она просохла. Так, сюда поставлю. Ой, наверное, нет, друзья, я не смогу этот стол вынести. Он просто неподъемный. Сейчас. Он просто неподъемный. Я думала, его на этот бок дому положу и вот так вынесу. Я еще передвину, а туда же я на ступеньку, потом там на ступеньку. Раз, два, 3, 4, 5 ступенек. Потом туда занести нет руки. Жилы рваные. Оттащу сейчас сюда, вот она.
баллоном. Здесь тоже вода. Или вот здесь сюда тащу сейчас. На сухой островок. Нет, наверное, шило рвать не буду ее. А здесь бы хорошо под кровать. Хотя здесь ножки защищенные. Как бы мне эту кровать так стоймя поставить, а? Сейчас попробую. Постелила там газету. Газеты. Сверху целлофан. На всякий случай, не знаю. Хочу там попробовать поставить, но, наверное, ее нужно вначале положить. Эту кровать. Потом на другой бок поднять. По-моему, так нужно сделать. Чтобы она так. Сейчас я положу, потом подниму ли я ее. Она не разбирается, друзья. Я думала, там, где ноги, вот этот механизм убрать, открутить. А здесь, оказывается, на железных петли приваренные. Я хочу сюда положить, на этот бок положить ее. И вот так как-то попробовать. Высоту она мне, по-моему, не поместится. Вот, друзья, надоело уже, да? То включаю, то выключаю. Сходила домой за этим сантиметром. Хочу померить высоту потолка и кровати. Так. Ну, 2,20. 2,16, 2,15, где-то вот так. Высота в том углу потолка. А кровать? Так, 2,20 грубо будем брать, да? Так, здесь 1,5. Здесь 2. Вот, друзья, хорошо бы встала, да? Должна встать. Сейчас я пока вас опять отключу, чтобы не смешить народ. Надо положить эту кровать. Железо спасно, друзья, железно. Ой, на ногу. Нужно отодвинуть и на тот бок положить. Там это коляска. Ой, на этот же бок надо. Блин. Я чуть на тот опять бок не поставила. Туда же нужно мне. Значит, это надо. На ноги поставлю. Ой, блин, там коляска. Подвинулась. Так. Теперь как ее? Надо вот эту, наверное, часть подвинуть сюда. И шлам мешается, блин. Блин, други, если она по высоте подходит, зачем это перевернул на этот бок? Ну, ее так не поставишь, ее все равно подлокнул, надо ставить, да?